Встреча сочинских журналистов с министром-советником посольства Польши прошла в рамках международной программы «Made in Poland». Она организована с целью развития сотрудничества российских предприятий с компаниями государства Центральной Европы и направлена на продвижение 11 особенно развитых отраслей экономики республики. Это строительство, медицина, косметика, одежда и обувь, продовольствие и другие. Польша на сегодняшний день занимает 6-ю позицию по развитию экономики в странах Европы. Для России Польша является 4-й. Страной по партнерству, торговому партнерству с внешнеторговыми оборотами порядка 36 миллиардов долларов. Было 37 в прошлом году, под 38 подходило, сейчас немножко уменьшились обороты, но это ничего страшного, потому что экспорт наш постоянно растет, немножко уменьшился импорт из России, но не то из-за того, что меньше покупаем, только для нас на счастье, для вас может не совсем, цены уменьшились на сырье, и мы меньше заплатили, но меньше не брали. В 2018 году Сочи примет чемпионат мира по футболу. Это мероприятие может способствовать развитию экономических отношений, отметил Марек Ачепке. Кроме того, сейчас рассматривается проект сотрудничества, который может стать самой крупной польско-российской продовольственной инвестицией. Открытие свиноводческой фермы в Краснодарском крае позволит предоставить рынку Кубани до 150 тонн продукции ежегодно.